то есть мы находимся около объекта, который называется коридор испытаний. Он повторяет своими геометрическими размерами и углами узел внутри пирамиды Хеопса. Только частично. Часть нисходящего коридора, вот с той стороны выемка, часть восходящего коридора и начало большой галереи. По центру, между этими двумя входами и выходами, есть вертикальный шанс. Вот шахта, вот она закрыта металлическими прутьями. И есть ли такая шахта внутри пирамиды Хеопса, неизвестно. Но, наверное, есть, потому что она здесь. И в пирамиде Хеопса, еще вот где сходится нисходящий и восходящий коридор, гранитные пробки. Вы тоже их проходили. Соответственно, они наверняка были здесь. Возможно, эти гранитные пробки и есть то, ради чего создавалась пирамида. Гранит у нас имеет повышенную радиоактивность. Гранит – это пьезоэлектрик. У него есть зерна кварца, а кварц – пьезоэлектрик. И, возможно, еще какие-то специальные свойства, которые пирамида либо усиливала, либо преобразовывала. Ну, в общем, некий механизм, как я считаю, который работал на неизвестном современному человечеству принципе действия. Вот я давно занимаюсь этими полями, но пока не могу сказать, что мы разобрались. Вот это для нас подсказка, так же, как и пирамида. Кто поймет, как работает вот этот узел, приблизится к ответу на вопрос, зачем были построены пирамиды. Скорее, вот осторожней с ногами, можно без них остаться. Они хаотически располагаются по поверхности и, на мой взгляд, скорее всего, отражают промежуточную фазу строительства, когда здесь стояли какие-то устройства, которые перекидывали блоки или перетаскивать помогали, и при этом не думаю, что это примитивное. Вот сегодня наши ребята пойдут вот туда, судя по фотографиям, метрах в 500, как копается наша российская египтологическая миссия. Они копают какую-то гробницу, и ребята предпринял попытку вызвать их на диалог, да. Потому что одно дело дискутировать в тиши кабинета в Москве, мы с ними дискутировали один раз, а другое дело так к пирамидам подойти, показать пальчиком, ну-ка давайте объясните, как это вот и зачем, ну хотя бы те же вот эти отверстия. У них есть ответы только на те вопросы, которые они сами хотят, чтобы им задавали, а неудобные вопросы, они... Да. Смотрите. Рядом с базальтовыми блоками лежат блоки известняковые, другого уровня. Они лежат на материнской скале. Скорее всего, вот эти средние блоки были нужны для того, чтобы заранее подготовить поверхность, чтобы базальтовые блоки легли в мертвую, и пол был идеально ровный. Такой же идеальный ровный пол мы видели у пирамиды у Серкафа, и там вот вообще лазером свети и видишь, что нигде не ошиблись. И тот пол, не знаю, как этот, а вот у Серкафа полная уверенность, что его сначала сложили такими выпуклыми отдельными камнями, а потом сциклевали сразу на все поверхности. Получилась такая идеальная поверхность. И смотрите еще, под каждый промежуточный блок готовили свою ячейку. Мы бы как сейчас сделали? Все бы заровняли, потом одинаковые блоки, потом еще одинаковые блоки. Все было бы закончено. А здесь все индивидуально. Это лишнее указание, что тот, кто работал, применял искусственные элементы. Компьютеры, интеллект и так далее. Где-то деградировало, но видите, стыки нулевые. И когда не было вообще деградации, все было здесь, по сути, без зазоров. Ну, мелкая ячейка, это уже пошел разрушаться сам базальт. А блоки, да, были вот достаточно большими. Но вот это уже реставрация пошла тут совсем.
Там восток. То есть это восточная грань. На старый или на новый? А? На новый полюс уже, да? Ну, на современный, так. Точность ориентации не находил. Захоронения там какие-то производились, потому что в этих маленьких пирамидах есть вырезанные ямки, и, похоже, в какие-то века кто-то решил их использовать для собственных целей. Но это уже вторичные захоронения, не исходные. Так, здесь придется перелезть. Большие. Но поскольку облицовка из очень ценного известняка, всю ее разобрали для построек в городе, ну и на продажу. Да, вот известняк, из которого сложена пирамида, он добывался прямо вот здесь. Внизу есть большие карьеры, их оттуда вырубали, эти блоки, и таскали на пирамиду. А вот облицовка была из более плотного, более чистого белого известняка, и примерно километров 20 тура, там есть каменоломни, и возили оттуда. А гранитные блоки, которые иногда встречаются в пирамидах, это вот из Асуана, где мы с вами были на каменоломне с незаконченным обелиском. Она белая, да? Да, она была белая и хорошо отражала свет. А это вот аналогичные ямки, только поменьше размером, которые, я думаю, что были такими основанием для опор тех устройств, которые помогали строить. Кто черная? Ну, черная, вот это вот. Базальтовая. Да, базальтовая. Но он только фрагмент. А кто же его знает? Ну, края не сохранились. Ну вот, та яма, в которой была найдена царская ладья, она прямоугольная. Просто вырезан прямоугольная такая ниша, и все. А здесь, видите, хитрая форма. И зачем это было надо? Похоже на зеркала Козырева. Выгнутые поверхности. Если, допустим, отходить от теории ладьи, то вот выгнутые поверхности зеркала Козырева. Они, кстати, своими зеркалами к нам приезжали этим летом. Да? У нас проходил семинар лаборатории альтернативной истории, ну и они напросились в Муроме. Им народ целую неделю к ним туда ходил, испытывал себя на всякие, да. Кому-то нравилось. Все вернулись. Ну, вроде бы всех досчитались. Но некоторым там какие-то, как они говорят, изменения происходили. Я не пошел. Которая вот более человеческая, прямоугольная. Эта яма была закрыта блоками. Видите, сбоку стоят так поставленные на попа плиты, которыми эта яма была закрыта. Закрывалась она также именно, когда они стояли торцем. Думаю, что такой способ закрыть яму, а не плашмя их положить, в этом случае понадобилось бы меньше плит, работы были бы более простые, связано с тем, что плиты эти никто специально для укупорки ямы не готовил. Они просто взяли те плиты, которые здесь во множестве лежали, у них уже заранее были сошлифованы лицевая и задняя часть, и чтобы не сопрягать их и не трудиться, они их вот так вот поставили, все, законопатили. И ладья поэтому пролежала те 5500 лет, которые ей по возрасту поставили. Еще раз обращаю внимание, возраст древесины этой ладьи 5500 лет. Пирамида считается 4500 лет. Тысяча лет разница. Получается, что плиты были здесь уже 5500 лет назад. Да, конечно, мы с вами, ну, я, по крайней мере, наша группа считает, что 12 тысячелетий пирамиды, и, соответственно, и 5500 лет она стояла, и ее разбирали, и 6 тысяч лет назад, и 8 тысяч лет назад. И остается только убедить неверующих, да. И вот археологи попытались нам изобразить верхний камень.
нижние ряды сохранились хорошо. Почему? Потому что песок, осколки от разрушающейся пирамиды, все это закрыли, и к тому моменту, когда египтологи все это откопали, все вот было почти в том виде, в каком оставили строители. Обратите внимание, что вот один цельный блок, и на нем есть та часть, которая не интересовала строителей, и вот это срезанное. Это лишний раз говорит о том, что выравнивание пирамиды шло после строительства. То есть, когда стройка была закончена, поверхность пирамиды была такая пузатенькими блоками. Этот, этот, этот. И потом вот за один раз всю поверхность шлифовали до того уровня, когда им было нужно, и остальное не парились, а оставляли. И вот мы сейчас зайдем с той стороны пирамиды. Вот эта часть ненужного камня там обработана, ну, просто шикарно. Это блоки фундамента пирамиды. И здесь также, если бы было нужно, они бы вот так вот прошлись и тоже бы их срезали. Но поскольку это было под землей, подземная часть, их не волновало, что остались недоделанные куски. И мы видим, что мало того, что плоская и отшлифованная, это лишняя работа, которую потом нужно будет уничтожить. Еще вот эти вот пупырышки. И чуть ли не на каждом блоке эти пупырышки, причем они индивидуальные. У каждого блока, где один, где два, довольно такой ровной геометрии. Ну, зачем крестьянам делать эту титаническую работу, которая потом будет спилено. Я думаю, что все блоки, которые лежат вот здесь, они тоже были первоначально такую форму. А потом уже срезалось, циклевалось и двигалось дальше. Греко-римский период. Вы не забывайте, за эти 12 тысяч лет кто здесь только не потоптался. В том числе и фараоны. Фараоны тоже старались ответить на вопрос, кто это и зачем построил. Но у них ответ был простой – боги. Их боги, да. Что? Ну, мое мнение, что это уже вторичное. Все-таки те ребята, кто строил, они не мелочились. Если уж пирамида, то такая законченная, да. Так, мы можем сейчас и должны пройти в сторону Сфинкса. Там гранитный храм. Обойдем его, посмотрим детали. Во времена фараонов кто-то там хоронил своих родственников. Уверен, что под нами большое количество коридоров, шахт, еще просто не разведанных. Шахты здесь открываются случайно. Кто-то прошел, обратил внимание, у него оказалось рядышком люди, которые могли получить разрешение или не нужно было получать. И копая-копая обнаруживали новые объекты. Но необнаруженных, я думаю, в десятки раз больше. И будет хорошо, когда будет составлена полная карта внутренних помещений подземных. Анубис. Анубис. Болеет, так-то он белый и пушистый, да. Он не в отходе. Но другого он все равно не знает. Ну, я уже обращал ваше внимание в прошлый раз, но еще раз, ну и для Надежды Петровны. Вот видите, идет дорога, считается церемониальной. Она сложена из отдельных блоков. Некоторые блоки гигантские, некоторые более или менее спокойные. Вот под этими блоками
выемка, она насквозь проходит под дорогой, и примерно в середине есть еще вертикальная шахта вниз и вверх на дорогу, вот где кирпичики. Это считается шахта Осириса, тоже место спецпосещений. Мы там были пару раз. Глубина примерно 30 метров, три уровня, через которые нужно пройти, спускаясь по металлической лестнице, как вот пожарной лестнице сбоку домов. Достаточно такое страшненькое впечатление, но вроде никто не свалился, ни под кем она не прогнулась. В общем, все вернулись благополучно. Самый интересный уровень третий, внизу. Там выступают грунтовые воды. Сейчас эта вода выступила, скорее всего, всю шахту нижнюю самую затопила. А когда мы были первый раз, археологи откачали воду, и там проступил гранитный саркофаг, который стоит посередине камеры, четыре бывших столба, которые уже съела эрозия, и вот посередине островка, между этими четырьмя столбами, этот саркофаг вроде бы как и стоял. Его описывал еще Геродот как место истинного захоронения Хеопса. Вряд ли, скорее всего, эта шахта была известна во времена Геродота, ему дали туда просто слазить, и он описал это в своих фантазиях, что здесь и был захоронен Хеопс. Самой большой достопримечательностью этой шахты, на мой вкус, является трещина, которая идет через потолок второго уровня, и в этой трещине набито, прямо спрессовано огромное количество ржавчины. То, что это ржавчина, мы доказали, когда брали образцы и сдавали на химанализ. 90% феррум-2О3. Происхождение этой ржавчины, с нашей точки зрения, это бывшее, когда-то находившееся здесь на поверхности оборудование, которое обслуживало пирамиды, которое работало вместе с пирамидами и которое могло образовываться за счет функционирования пирамид. Просто все это окислилось и с потоками воды, с ветром попадало в трещины от землетрясений и дальше уже выпадало в осадок и цементировалось, став вот такой вот ржавчиной. Было бы очень заманчиво придумать какой-то метод анализа, который бы доказал, что это ржавчина именно техногенного происхождения. Мы думали, что это сможем сделать за счет изотопов. Изотопы – это отклонение химического элемента от какого-то конкретного состава. Но изотопный состав оказался близок к природному. Так что пока вопрос не доказанный с нашей стороны. А мы сейчас пройдем вон к тому храму. Видите, голова сфинкса торчит, а правее такой мегалитический прямоугольник. Это вот считается и называется гранитный храм. В нем еще осталось гранита немножко. Основную часть уже растащили на свои нужды аборигены. Как древние, так и современные. Вот этот объект, его сердцевина сделана из крупных известняковых блоков. Видите, размеры мегалитические, положены неаккуратно. Но это было и не важно, потому что снаружи он весь был облицован гранитными блоками, которые были подогнаны очень хорошо и отциклеваны тоже замечательно. Но сейчас нас интересует вот этот оставшийся гранитный кусочек с желобком внизу. Это как раз дренажная система. Вода накапливалась после сильных дождей, которые были тогда, когда строили там на крыше. И вот как мы смотрели в храме Хатхор в Дендерах, только там были известняковые пробитые, а здесь положили гранит и вытекало наружу и падало вниз уже какими-то канавками. Ясно, что во времена фараонов никто не заботился о никаких водоотводящих системах. Дождей здесь было мало, как и до недавнего времени, и, соответственно, современные дома там строят без ливневок. И даже улицы без ливневок, и когда сейчас пошли дожди, там караул. Каждый дождь – это катастрофа, и они объявляют выходные, чрезвычайное положение, и день-два не ходят ни в школу, ни на работу. Сейчас мы зайдем с той стороны этого храма. По дороге я вам покажу очень интересный блок, который говорил о возможностях технического плана.
какая-то пристройка была к этому храму тоже из мегалитических блоков. Возможно, тоже была облицована, но здесь гранита даже как воспоминание не осталось. Ну, а это пристройки уже, возможно, как раз от фараоновских времен. Работать с кирпичом из глины, из ила они любили и умели. Трудно сказать. То, что потоп, похоже, был, это факт. Смог ли он нанести тот урон, который уничтожил? Ведь очень вероятно, что пирамиды построили после потопа. То есть возможности люди, или кто там, это была цивилизация, еще оставались и сделали. А вот исчезли уже потом. Может быть, просто был нанесен смертельный удар, вот туда, налево, дойдете к этому блоку. И они уже, понимая, что не оправятся и не выживут, ну, может быть, очень мало людей осталось, и уже просто их ждало там, вырождение. Они, возможно, и стали задумываться о том, чтобы зародить новую цивилизацию в лице вот тех пещерных товарищей, которые им помогали те же пирамиды строить и так далее. Возможно, они вмешались в генетический набор того пещерного человека, дали пищу в лице генно-модифицированных семян, ведь пшеница, помидоры, кукуруза, всякие другие культурные сорта возникают сразу и как бы ниоткуда, как раз вот примерно 12 тысячелетий назад. Ну и заготовили храмы, эти пещеры, которые расписали так, чтобы тот, кто их через много тысяч лет увидит, откопает, сразу проникся идеей и начал подражать, интерпретировал как сказки, ну или как сказания о богах и так далее. И пошла уже строиться новая цивилизация. Сначала молодая, потом которая мужала. Ну и вот мы дожили до жизни такой, которая сейчас жива. Скоро нам самим придется заботиться о наших потомках, которые через 6 тысяч лет здесь снова начнут строить государственность. Вот блок удивительно хитро обработанный, при этом очень ровный. Скорее всего, он был под потолком, то есть это некая декоративная деталь, но качество, с которой он сделан, на мой взгляд, лишнее доказательство, что это не крестьяне фараона. Потому что и слишком избыточно большие затраты, ну и результат, когда что-то делаешь вручную, ошибки неизбежны. А здесь ошибок почти не видно. Они есть, но они сложно выявляемые. Вся стена была облицована блоками, просто все утащили. И вы видите, что здесь тоже, по сути, под каждый блок облицовки выдалбливали прямоугольничек с тем, чтобы он встал ровно на ту толщину, на которой должен был встать. И когда закончили, все было в таких вот полукруглых выступах, а потом все зачищали. Вот то, что это действительно так, мы увидим внутри. У нас есть билетики, эти билетики могут попросить показать, чтобы зайти внутрь храма. Вот опять такой же блок с неровной поверхностью. А это уже блок облицовки угловой. Ну и часть облицовки сохранилась, да. Здесь тоже когда-то была мостовая, вот примерно на этом уровне. Все было выложено белыми аккуратными плитами. И опять же мы видим вот эту вот технологию, когда под каждый блок мостовой вырубается в скальном основании свой паз. Совершенно избыточная и ненужная, казалось бы, работа. Ну и отверстия под какие-то механизмы,
Некоторые из них забили заплатками перед тем, как закрыть. Ну, гранит сильно уже корродировал, эродировал. Когда-то он был весь ровненький, шлифованный. Но когда его откопали, пошла работать радиация солнечная, воздух, вода изредка, и все это очень быстро превращается в труху. Еще лет 100. Здесь что-то стояло, но египтологи сразу же предложили идею, что здесь были статуи того же Хефрена. Но я сильно сомневаюсь, что Хефрен имел отношение как заказчик или строитель этого объекта. Просто достался, а на найденных безымянных памятниках он начертал свои имена, приказал начертать. И поэтому мы видим памятник шикарнейший, а надпись... Без слез не глянешь. И это правило. Редко встречаются хорошие иероглифы, но это вот уже письмена богов. И вряд ли они обозначали имена правителей, которым это посвящалось, что-то другое. Либо имя сайта, либо группы социальные, либо еще что-то, к чему мы привыкли. Пол уже сборно-разборный. Изначально он вроде бы был из алебастра. Да, вот эти вот остатки. Ну, а местами его цементом закрыли. Слишком сильно все разрушается. Ну и потолок был весь перекрыт, и та вода, которая там скапливалась, вот уходила по таким вот водоотводам, которые я вам показал. Скорее всего, у него было два этажа. Вот первый этаж — это вот здесь. И смотри, помните этот, как его? Где мы вчера были-то? Осирион, да. Примерно такая же высота и там. И там блоки перекрытий. Но здесь еще боковые стеночки, они выше. И они тоже были покрыты гранитом. Поэтому первый, второй этаж. И со второго этажа наверняка есть проходы, которым стекала вода. Мы в прошлый раз здесь были, у нас скандал возник. Работали реставраторы и как их, египтологи, и придрались, говорят, а что вы нас фотографируете, чего, какие у вас разрешения, типа пошли нафиг. Ну, мы посмотрели, а ваши документы, ваши полномочия, на основании чего вы нас тут... Ну, в результате так. Ну, достается при этих конфликтах, к сожалению, Масленникову. Мне не хочется его подводить, поэтому если у нас будут конфликтные ситуации, вы лучше их все-таки, да, нивелируйте. А сейчас к сфинксу пошли. Вот один из ходов на второй этаж был здесь. Если туда проникнуть, то туда вот потом этот ход ведет. И второй проход на второй этаж. Да, привет. Вот сложены эти гранитные блоки, которые остались. Часть из них с самого верха. Но здесь качество уже плохонькое. Допускаю, что фараоны пытались отреставрировать. Ну или кто-то пытался отреставрировать. И уже качество вот этих вот кривых видно, что существенно хуже. Второй храм считается храмом Сфинкса, то есть иногда называют этот храмом Сфинкса, на самом деле вот этот. А этот называется либо храм долины, либо, как его, гранитный храм. Ну и сам Сфинкс. Первоначально его датировали большим возрастом. Потом откопали вот ту, эту гранитную плиту, прочитали там половину слога «Хаф», решили, что это был Хафра, и принудительно приписали сфинкса одной композиции с пирамидой Хефрена. Я, в принципе, не возражаю. Хефрен, вернее, пирамида Хефрена, пирамида
Хеопс и другие пирамиды, и сфинкс – это один комплекс. Только сфинкс – это все-таки эстетический объект, и по каким-то причинам те, кто возводил пирамиды, решили вот этот штрих добавить. Вполне возможно, это тот ученый, который, собственно, и придумал принципы действия пирамид, и, соответственно, вот их его таким необычным образом привязали к самому Плато. Не думаю, что он выполняет техническую роль, хотя некоторые говорят, что там есть помещение под ним, залы знаний и так далее, но вот, насколько мне известно, арабы сверлили там под лапами, куда указывал Кейси, но ничего такого, по крайней мере, не предоставили человечеству информации о найденных каких-то знаниях. Есть помещения, но эти помещения кривые, косые, где-то сбоку надо в них залазить. Туда, естественно, не пускают. Даже чтобы пройти между лап сфинкса, арабы берут те же $1750, плюс еще за экскурсию, если хавас водят, там, я уже вам говорил, что там у него тур типа нашего стоит $17,000. Так что, когда ЛАИ обвиняют в том, что мы делаем коммерческие какие-то проекты, все наглухо забывают, что историки ту коммерцию, которую они здесь развели, ну просто непомерно. Мы лилипуты по сравнению с официальной исторической наукой. Оттягиваете какую-то аудиторию на себя. Поток, да. Ручеек. Наоборот, если вы видите, мы как раз сейчас мощный поток с нашими группами, а все, кто вокруг официальной версии, они что-то попрятались, как тараканы, и редко-редко кто самостийно приезжает. Короче, я даже предлагал нашей Мире, чтобы она переговорила с кем-то из министерства, организовать совместную, да, потому что раз выдохлась и не работает тема официального взгляда на историю, но давайте продвигать неофициальную. Кто потом окажется прав, жизнь рассудит. Но если люди интересуются разными точками зрения, надо на этом, в общем-то, делать и бизнес, и науку двигать. И в конце концов, если окажемся правы мы, тогда пирамиды нужно реставрировать, запускать и спасать человечество срочно. Да. А сюда-то я вас, конечно, из-за сфинкса привел, а из-за траншеи вокруг него. Видите, тело сфинкса раньше было монолитом скалы. И чтобы его вытащить из скалы, как кто-то из скульпторов великих говорил, нужно отсечь все лишнее. И вот лишнее по периметру этой центральной части отсекли. Образовалась стенка. Стенка, похоже, была немножко наклонная. Ну, это, кстати, угол наклона 7 градусов, характерно для подземных работ ДВЦ. У них комбайн такой был, который 7 градусов оставлял. И из-за того, что эта канава и стенка были образованы еще в период дождей 12 тысяч лет назад, те дожди, которые тогда шли, они стекали с вершины, падали мощными ручьями сюда и вырезали вот эти вот вертикальные бороздки. Геологи, которые специализируются на водной эрозии известняков, здесь проходили, свою подпись под тем, что, ребята, это водная эрозия, поставили. Историки уши затыкают, прислушиваться не хотят, по-прежнему твердят, что сфинксу 4500 лет, и он построен именно параллельно с пирамидой Хефрена. После дождей. Когда дождей уже не было, да. Ну, они пытаются сейчас современные дожди приплести, говоря, ну вот видите, дожди-то сейчас пошли, но это аномальное явление, которое, скорее всего, связано вот с изменением климата, с деятельностью нашей не очень разумной. И в честь нашего, да, посещения. Вот такое вот необычное доказательство древнего времени происхождения канала вокруг сфинкса и самого сфинкса. Ну, на нем нет этих вертикальных бороздок, потому что там воды много не скапливалось. А есть горизонтальные. Горизонтальные – это разная плотность известняка естественного. И там, где помягче была эпоха, оно выветривается. Остальное остается. Вот эти прямоугольнички – это следы древнего ремонта. Его кто только не ремонтировал. И Гай Юлий Цезарь, ну, я условно, и Клеопатра, и Птолемеи, и современные реставрационные работы ведутся. Оригинально он был выточен весь из скалы. У него еще была борода под подбородком, вот под ушами у него дырочки
какая-то борода крепилась. Кусок бороды нашли, где-то он хранится в каком-то из музеев. Но, возможно, борода была потом приделана теми же фараонами. То есть я бы так однозначно сразу не рубил с плеча. На голове дырка. На голове дырка, наверное, была корона. Ну или урей. Урей, он кусок остался. От него хвостик змеи. Кстати, что такое урей, еще тоже большой вопрос. Может, видеокамера, которая постоянно смотрит, что происходит вокруг данного товарища. А может, канал связи. Да, с другими галактиками. А вот этот камень-то, что-то древо жизни на нем. Я не рассматривал. Если... Нет, камень древний, его откопали. И вот я говорил, что там половина имени Хафры набита, Хаф. Но было ли полное имя Хафра, или это просто другой слог, еще надо смотреть. И камень тоже мог появиться позже. Но существует легенда, что один из фараонов, когда еще был юношей и не был фараоном, тут лежал... Отдыхал, ему приснился сон, что если он расчистит сфинкса от песков, то станет фараоном. Естественно, он, не будь дураком, сразу же принялся за работы, расчистил и типа в награду, или как-то так сложилось, что его сделали фараоном. По-моему, это был Тутмос, один из Тутмосов, их там несколько. Просто красивая легенда, а так... Пойдемте, время тикает, а нам еще нужно много посмотреть. Храмов... чисто рисунки, где что находится, они очень подозрительно напоминают схемы современных электронных устройств. Только размеры побольше, а назначение непонятное, потому что мы читаем микросхемы, где знаем, как работает полупроводник, проводник, изолятор, конденсатор и так далее. А этот пока еще непонятный современной техники принцип. Но что ясно? Все эти нижние храмы упирались в водную артерию Нила. И в этом случае, если Нил тоже является элементом всей конструкции, все пирамиды представляли единый комплекс, который работал как компьютер, много компьютеров, подключенных к одной сети. Только сеть такая гигантская, а принцип действия не возможно. Ну, мне больше нравится думать направление, что пирамиды являются элементами межгалактической связи. Потому что если цивилизация высокоразвитая, ей деваться некуда, она должна перейти на уровень межзвездных и межгалактических расстояний. Это фильм художественный. Пока мне никто не показал. Покажи, если знаешь, где они лежат и как работают. Я с удовольствием сразу же в какую-нибудь другую галактику. Только вы будете кислородом обеспечьте. Может. Но не думаю. В современной научной парадигме существует ожидание, что путем наших радиосигналов, которые, кстати, появились-то как технология всего лишь 125 лет назад, совсем мгновение. И нужно искать информацию о других цивилизациях путем прозванивания, зондирования радиоэфира. Больше 40 лет идет поиск этих внеземных сигналов, ни одного надежно интерпретируемого как сложный сигнал, посланный цивилизацией, не поймано. Некоторые делают из этого факта вывод, что других разумных существ в нашей Вселенной или в обозримой ее части нет. Ну, другие, как я, считают, что просто мы не доросли до соответствующих контактов и уровней технологий. Вот, думаю, сразу же, как только станет понятно принцип работы пирамид, ну, достаточно быстро появятся и устройства, которые могут ловить эти самые сигналы. И они явно не электромагнитные. Электромагнитные слишком просты. Там скорость света маленькая. Это скорость, с которой распространяется электромагнитная волна. Информационный поток слабый. А если уж существуют эти межгалактические цивилизации, то они должны общаться со своими кусками в разных концах галактики или галактик на более прогрессивных
принципах. И вот вполне возможно, что строительство пирамид, либо как ретрансляторов, либо как станций приема и передачи, это входило в их миссию. Возможно, летали они от планеты к планете и создавали. Как мы сейчас вышки ставим, какие там, G5, против которых, да, 5G. Так вот, и эти тоже ставили свои вышки. В этом случае тогда становится понятно, почему нету оборудования, нету следов быта той цивилизации. Но мне такая версия не очень нравится, потому что она уж звучит слишком фантастично. Все-таки ближе приземленная версия, когда мы просто потеряли за давностью лет концы нашей человеческой цивилизации. Да, это хорошая примета или плохая? Ага. Да, дорога сильно деградировала с внешней стороны. Когда-то она, я думаю, была идеально ровная, как и вот мостовая вокруг пирамид. Приветствую всех сторонников альтернативной истории. Сейчас у нас конец марта, и, как вы видите, природа преподносит сюрпризы, выпал неожиданный снег, самое время готовиться к новым путешествиям. Несколько слов о том, что было в этом марте для лаборатории альтернативной истории. Была отмена нескольких наших путешествий в Египет, в Мексику, в Грецию и в Перу. Можно, конечно, на этом печальном фоне сложить руки и говорить все. Исследования по альтернативному направлению истории закончились. Все свободны по домам. Мы попробуем не сидеть дома, попробуем продолжать заниматься нашими исследованиями. Тем более, что у нас есть достаточно положительный опыт, когда в сентябре 2020 года, как только были сняты ковидные ограничения, наши группы поехали в Египет и были там одними из первых и получили удовольствие и возможность изучать то, что другим путешественникам чуть позже было уже недоступно. Уверен, что сейчас такая же, с одной стороны, тяжелая пора, а с другой стороны, это пора возможностей. Мы объявляем набор в группу с 30 апреля и по либо 5, либо 10 мая этого года в Египет на самолетах Egypt Air, которые начинают свои полеты из Москвы в Каир как раз с 30 апреля, или же на самолетах Аэрофлота, которые уже в скором времени начнут регулярные рейсы до Каира. И надеемся, что соберется порядка 15-20 человек, кто может себе в этих сложных условиях позволить такое путешествие. И мы продолжим наши исследования пирамиды Сахемхета, шахты Амона-Тихнахта, других загадочных и закрытых мест, если группа сможет оплатить специальное посещение и соответствующие исследования. У нас есть задел по этим направлениям, мы тоже по этому работаем, но здесь нужно определенное время и осторожность, поскольку, вы знаете, подобного рода исследования не поощряются властями Египта, но ЛАИ пройдет там, где другой, интересующийся Древним Египтом или другой интересной цивилизации, не смог бы добыть никаких сведений. Кроме этого, чуть позже, а именно на день летнего солнцестояния с 18 по 23 июня, мы приглашаем на короткое путешествие к
пирамидам Египта с целью изучить, как сказывается высокая степень поднятия Солнца над горизонтом на те параметры, которые можно измерить. Выбирайте либо на майские праздники, либо на дни летнего солнцестояния и присоединяйтесь к группам Атурс и Лаи, для чего заходите на сайт atours.ru, и там вы сможете оставить свою заявку на посещение и поехать вместе с нами, изучить то, что вы всю жизнь хотели изучить, и познакомиться с людьми, которые уже много раз бывали в Египте, могут рассказать вам много интересного, вы подружитесь, а после возвращения домой эта дружба продолжится, и мы будем ждать вас на наших семинарах, лекториях, лекциях и других мероприятиях. До встречи!